Всем привет, дорогие друзья, меня зовут Дмитрий. Мы сегодня с тобой продолжаем играть в Калибр. Калибр мы с тобой продолжаем играть. Сегодня у нас с тобой волк. Мы с тобой побегаем в уничтожение, как я и говорил когда. Правильно, я говорил в той серии. Вот, я как говорил в той серии, если ты ту серию не смотрел, обязательно нужно посмотреть. Вот, потому что почему ты не смотрел ту серию? Надо смотреть ту серию, а потом эту серию смотреть, конечно же. Вот, поиграем сегодня за волка. Просто вот что-то захотелось за волка побегать. Он у меня не прокачанный, он у меня 9 левел. Хотя, ну, он у меня прокачанный, но мне деньги жалко тратить на прокачку. Хотя его бы надо прокачать, ребят. У него перки вот эти вот, особенно попадание в голову хорошие. Вот. Очень хорошее депо, ну депо так депо, ладно. Ссылочка, ребят, в описании, кто хочет попробовать поиграть. Ну, вдруг кто-то хочет попробовать поиграть, ссылочки есть в описании. Нажимайте на ссылочку, переходит и пробуйте играть. Да, даже у меня навыки, видите, даже навыки, два навыка каких-то стоят непонятных. Вот. Да, если ссылочка, кстати говоря, ребят, не открывается, вы нажимаете, а ссылочка не открывается, значит, у вас блокировщик рекламы ее блокирует. Ну, либо что-то у вас стоит, то, что блокирует. Это считается, ну, как реклама. Но ссылочки все официальные, ребят. Ссылочки все официальные. Все от разработчиков, так сказать. Ждем. Красавец. Прикольно выглядит. Вот что мне в игре нравится, это модельки, ребят. Модельки выглядят, конечно, классно, проработаны. Ничего не трясется? Нет, у нее ничего не трясется. Знаете, любят делать, когда там что-то трясется, там... Не знаю, правда, иногда это выглядит коряво, если честно, ну, как-то нереалистично, вот. Ну, а тогда модельки сделаны в игре качественно. Призрак 228, призрак с нами, 228, половинку просим, вот, против нас алмаз, кстати говоря, танк, ну, с нами пророк. Дымовик будет с дымом играть, а мы будем играть от Акио, ага, все вспомнил. Забыл, какая билка у волка просто. У него там увеличение точности, да, по-моему, скорострельность увеличивается, точность. Но при этом снижается скорость передвижения. Волк, в принципе, очень хороший оперативник. Он довольно-таки неплохой, особенно кто начинает только играть. Советую сразу его как бы взять. Ну, такой. Хорош. Вот. Для начала, так сказать, он очень... А, кстати говоря, против нас тоже волк, я только сейчас заметил. Да, у нас катка, ребят, как вы понимаете, начинается дольше, чем мы будем играть в саму катку. Потому что саму катку сейчас мы поиграем минут 5. Загружались, и в приветствии у меня все было тоже минут 5. Да. Ладно, пойдемте побегаем, что-нибудь попрыгаем. Пойдемте через дом, да, как всегда, через депошку. Через очков раньше вражеской команды. Удачи. Через депошку пойдемте по стандарту. Конечно же, по стандарту. А, тут закрыто. Я его положил, да. А, не я его положил. Уходи. Держи, да, держу. Так, там медик один выходит у нас. Снайпер противника. Так, хорошо, заходим здесь. Чё там? Дым? Чё в дыму? Ага, там понял, я понял, он там справа стоит. Он стоит справа, ребят. Доступное усиление. Доступное усиление, это хорошо. Контакт! Пошел в жопу. Пошел в жопу. Так, слушай, прикольно, оперативник, живенький такой. Меняю магазин. Медик. Рифмоплет я вот такой, ребята. А здесь тут есть? Ой. Так, по-моему, сейчас будем неуязвимы, да? Если мы возьмем вот это. Ой-ой-ой. Пробить меня не можешь. Медик на мушке. Пробить меня не можешь, я под обилкой, ребят, был. Под читами. Я был под читами. Блин, что-то кашу. Кашу, ребят, плохо стреляю. Дым, уходим.
Меня со спины, да, идут забирать. Нет. Хорош. Подбили, подбили, подбили. Стоит, ждет. Эх, не подошел я под обилкой, не подошел я под обилкой, под обилкой пошел в жопу, не поймал. Под обилочкой работаем, ребят. Не получилось. Не, кстати, идем на равных. Вот. Я не разыгранный, ребят. Я всегда играю не разыгранный. Я, знаете, я как уже много раз говорил, ребят, играю я как обычный игрок. То есть я никаких вы супер видео здесь. Супер каких-то геймплейных этих вы не увидите, ребят. Я просто играю как обычный игрок. Просто вот как вы. Вот сами сидите и играете. Противника. Вижу снайпера. Выходи. Выходи, 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 пум, выходи. Так, прикольный оперативник, мне нравится. Он простой, понимаете, он... Вражеская поддержка. Пацаны, вражеская поддержка. Хорош, красавчик. Поднимешь? О, на позицию! На точку! Метку даю. Внимание! Что, забрали? Забрали. Печалька, не смог. Да, кто скажет, зачем выполз нам под обстрел? Ну, вот так вот получилось. Кстати, у нас есть подствол, ребят, я забываю про него. Тут и там. Внимание на точку! Я думаю, надо ТП-хаться, да? Да, тут не дадут. А патрошков-то, ребят, нету, а патрошки-то на вес... Вот нам реслку бы взять, ребят, реслку бы взять. Там, ой, будет хорошо, если мы возьмем с тобой реслку. Ох, будет хорошо, всем будет хорошо. Я хочу реслку. Давайте возьмем реслку. Так, тут завалили нашего. Подождите, 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 пацаны, пацаны. Эх. Так, мне бы еще патрошки бы. Так, главное успеть. Опа, и применил вовремя. А патроны не взял. А патроны не взял, ребят. Есть. Но их наших чпокнули, но я вовремя поднял и вовремя дам. Надо пойти пацанам помочь. Не расслабляйтесь. Надо пойти помочь пацанам как-то. Есть цель. Блять. Хорош. Снайпер противника. Снайпер противника. Так, ну я метку на снайпер дал. Там его вроде никто не чпокал. Так, ну мы практически выиграли, ребят. Практически. Без моей бы помощи пацаны бы не справились бы. Да, оперативник надо качать в топ, ребят. Конечно, то, что вот я бегаю, вот это вот непрокачанный у меня оперативник, конечно, о многом говорит. О многом говорит. Это чья граната? А, это не граната, это... Блять, их тут двое. Внимание на точку! Уйдет, не уйдет, не успеет. Не успел. Ладно, я... Ах, как обидно. Ну, их там еще одного надо просто. А, сейчас отрезкуют по-любому. У нас-то еще есть шанс на ошибку, а у них уже нету. Успекся.
А у них шансов, ребят, нету. Да, он отреспался, и мы выиграли. Да-да-да. Нам одно очко надо было, ребят. Вот так вот. Отдаем честь пораженной команде. Вот так вот. Вот такая вот, ребят, каточка была. Неплохо, довольно-таки сбалансировано, я считаю, да? То есть такие на равных все-таки условиях были. То есть и они вроде бы играют, да, и мы играем. То есть я считаю, все, была битва на равных. Я убил 10-рых, у них вот убил скаут 16. Ну, если по киллам так смотреть, плюс-минус у всех. Ну, у них, да, послабее, конечно, чуть-чуть был волк. Но у них волк какой-то немножко, да. Ну, в принципе, каточка нормальная такая получилась. Вот сколько бабосиков мне дают, ребят. Бабосики, я люблю бабосики. Все. Все, ребят, на этом все. Увидимся с тобой уже в следующей серии. В следующей серии мы за волка сходим в столкновение. Вот еще за волка попробуем сходить в зачистку. В ПВЕ режим. Посмотрим, как он себя там чувствует вообще. Что у него там как. Вот, а так бы, да, надо волка прокачать. Способность попадания в голову плюс 3. Блин, надо бы вкачать, ребят. Надо, попадание в голову плюс 3 надо, ребят. Это очень надо. Боекомплект плюс 1 тоже бы надо. Денег нету, блин, денег жалко, ребят. Обилочку дадут еще одну, можно будет поставить. А что мне не хватает? Мне вот, знаете, что мне кажется? Мне кажется, у меня отдача есть большая. Да, я бы отдачу бы, наверное, сбросил. Хотя лучше бы, наверное, поставить эффективность дистанции в голову меньше. На эффективность дистанции. Хотя у нас дистанция сколько? 35 метров. То есть на 50 уже, да, снижение. А может, не надо ему. А бронепробитие какое у него? 55. Может, бронепробитие повыше поставить. Но я бы на самом деле бы уменьшил отдачу. Что-то отдача какая-то у него диковатая немножечко. Как мне кажется. Ну, давайте разоримся. Ладно, 32 тысячи, ребят, ладно. Отдачу. Либо хедшот себе можно сделать меньше, чтобы хедшот летел меньше. Давайте отдачу попробуем снизить. Уменьшение отдачи на 20%, ребят. Вот, потратила свои денежки. Вот. Увидимся с тобой уже в следующей серии. Сходим в столкновение. Всем до встречи, всем пока.